Максим, привет! А что это у тебя такое? Ну покажи. Что это? Паровоз. Покажи в камеру сюда. Паровоз. Паровоз? Да. Это что такое? Это 3D-пазл, паровозик. Да, ну, веселый паровоз. Будешь собирать? Да. А папа тебе будет помогать? Да. Конечно. Ну давай, сейчас будем смотреть. Давай будем открывать, смотреть будем. Ну так, что? Открываем, открываем. Давай, снимай смело все, обрывай вот это. Молодец. О. Ух ты. Ух ты. Так, это у нас должен так выглядеть. Это куча запчастей. Ого. Так их как-то выдавливать тут надо, да? Да, их надо выдавливать. Ого, сколько всего. Ничего себе, там сколько деталей. Ничего себе. А инструкция есть какая-то или уже на смекалку? Да, тут, наверное, уже сами будем собирать. Ну. Ого. Ты, папа, не волнуйся, сейчас тебе Максим все расскажет и покажет. Готово. Так, мы... Вот такая получилась гора. Разобрали все. Детали. Получилась такая куча деталей. Сейчас будем собирать паровоз. Давай, у нас есть инструкция. Сейчас попробуем что-то из нее собрать. Так, да, сейчас мы их соединим. Эти запчасти. Раз. Два. Да, хорошенько вставим. Это колеса. Да, потом колеса добавим обязательно. Это колеска. Ну, мне кажется, 6-летний ребенок сам такой не соберет. Ну, только с помощью, видать, родителей. Давай, это вперед. Там надо не 6 плюс написать, а 36. 36, это надо будет точнее. Вот. Ну, я бы такое не собрала, я не знаю. Такое, мне кажется, очень сложно для детей. Вот такой вот у нас вырисовывается. Перед. Перед, да. Там кабина, Максим, ну проверь. Кабина. Какая там следующая деталь? Кабина. Кабина. Кабина, правильно. И кабину. Да, кабину сейчас установим. Она должна вот так установиться сюда. Так. Смотри. Так. Максим, ты проверил, все нормально там? Да, все в порядке. Все в порядке, молодец. Хорошо. Да. Все в порядке. И кабину сюда. Кабину. Устанавливаем. Ух ты, целое дело. Попробуй собрать такую. Максим, а на картинке ты увидел, где кабина здесь? Кабина. А ну давай сейчас посмотрим, какой должен у нас паровоз. Веселый получится. С прицепом. Так. Вагон-прицеп здесь. Так, у нас все в палатке, папа. Котел будет. Все в порядке, папа, не переживай. Котел. Котел, да. Да, котел, папа. Сейчас нужно его вот так вот закрепить, этот котел хорошенько. Специальное здесь есть. Приспособление. Запчасть такая. Да, ух ты. Это котел. Котел, да. Все здесь соединится сейчас. Мама. Я понимаю, это ж хорошо, когда все в порядке. Мама, папа. Вот. Труба у нас получилась. И могу прицепить. Не можешь прицепить? Давай прицепим. Сейчас папа одно прицепит. Папа Максим цепляет. Там что-то снимет. Максим разбирает. Правильно. Потя камина. Вот. И потя, папа. А вот забыли здесь запчасть, да, впереди вот так, чтоб. Угу. Вот. Красивый такой получился. Да. Красиво. Все красиво. Красиво, Максим. Да. А трубу забыли. Смотри, класс, да? Какой получается. Надо еще трубу поставить, чтоб. Как будто они бумажные, как будто да. Такие надо. И вот так мы установили сюда. Труба. 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 Вот такая. Пыхтит дым оттуда, Максим. А как едет паровоз?
Ой, видишь, даже без колес, как он у тебя ездит хорошо. Класс. Поехал, вагончики нужно повез. Сейчас колеса сюда установить, и первая часть будет готова. Так, Макс, что тут? Колеса сейчас давай сделаем. Смотри, вот есть колеса у нас. О, Максим, твои любимые колесики. Да, колесики. Колеса. Да, колеса. Давай, сейчас мы прицепим здесь со всех сторон. Так, и раз. Поедет с колесиками. А тут что ты играешь-то без колесиков? Да, такие большие колеса. Класс. Ух ты. Уже точно на паровоз похоже. Да, уже красивый паровоз такой получается. Вот. Вот правильно, поставь так, чтобы папе удобнее было. Сейчас еще здесь добавим. Какой колеса? Скажи, какой хороший паровоз? Да. Ой, упал паровоз. Завалился. Ай, ковал тут. Не-не, повалился то-то. Ух ты. Паровоз ту-ту. Вот так. А теперь еще кое-что надо сделать. Вот так. Соединить штучку здесь. Нет, это не паровоз. Шлагбаум. Шлагбаум. Нет, это не шлагбаум. Шлагбаум. Это сейчас соединим специально такое сцепление между колесиками. Вот так вот. Раз. Вот так. О, ой, получается. Классный такой. Максим. Да, сейчас еще прицеп добавим сюда. Да, сейчас доделаем колеса ему. Ух ты! Ну, прикольно получается, красивый. Но он такой хлипкий. Хлипкий, да. Это, наверное, его нужно собрать и поставить для красоты. Играться им, ну, невозможно, потому что он сразу развалится. Вот так. Смотри, какой получился паровоз. Вот он, паровоз. И еще впереди запчасть. Теперь на очереди вагон у нас. Да, вот он. Есть у нас основание этого вагона и есть стенки. С окошками. С окошками, конечно. Тут пассажиры ехали и радовались. Смотри, вот так, да, соединяем. Смотри, какой уже вагон получается. Ух ты! Кто будет ездить в вагончике, Максим? Машины возить в вагончики будем? Машины нет, мы здесь будем людей возить, да, пассажиров. Да. А для машинок мы другой вагон соберем. Вот, тут еще колеса нужно сделать же обязательно вагону, чтобы он за поездом, за паровозом. О, осталось крышу еще доделать, да? Крышу этому паровозу. Вот какой у нас получился вагон. Ого, Макс, смотри. Ой, прикольный, класс. Какой классный. Да, ух его ты. Бы сцепить с паровозиком. Вот такой получился у нас чудесный паровозик с вагончиком. Максим, что ты скажешь? Тебе нравится такой паровозик? А ну покажи, как он будет ездить. Вот так, да? Боже. Ту-ту, поехал. Люди. Людей туда посадить в вагончики. Пока, Максим! Пока! Пока!